В Германии раздали золотых и серебряных медведей. Завершился 68-й Берлинский кинофестиваль. Кто получил главную награду и как приняли украинское кино, давайте посмотрим. Приз достается картине «Неприкасайся». Главную награду немецкого Берлинале «Золотого медведя» вручили румынскому режиссеру Адине Пантилие. «Неприкасайся» — ее первый полнометражный фильм. Удивительное сочетание игрового и документального кино. Так отзывались об этой работе кинокритики. Но победа ленты для многих стала неожиданной. В основу фильма легла история женщины, которая не выносит чужих прикосновений. Поэтому решается на особый вид телесной терапии. Мы все очень счастливы. Берлинале – это прекрасная платформа, чтобы выразить себя и поговорить с миром. А наш фильм – это приглашение к диалогу и протест против обычных взглядов на близость и отношения. Я думаю, что это актуальный дискурс, когда в обществе существует столько агрессии и столько трудностей в общении. Берлинале – один из главных кинофестивалей мира. Многие из кинолент этого года бросают вызов зрителям. В фокусе – беженцы, политики, а еще мир женщин. Жюри осмотрело более 8 тысяч работ. В основную программу вошли 19 самых сильных. Гран-при присудили фильму «Лицо» польского режиссера Малгожаты Шумовской. Ее главный герой получает серьезные травмы при возведении гигантской статуи Иисусу, и ему требуется первая в стране трансплантация лица. Это очень особенный, уникальный момент в истории, когда женщины начинают громко говорить о своих правах, когда женщины становятся более заметными в киноиндустрии. Я думаю, что таким образом мы создаем будущее, и наши дети будут жить совершенно иначе. «Серебряный медведь» — приз Альфреда Бауэра за открытие новых горизонтов в кинематографе достался режиссеру Марчелло Мартинесси за фильм «Наследницы». Лучшей актрисой стала 68-летняя Анна Брун, которая исполнила роль художницы в этой ленте. Украину на фестивале представляла картина «Когда падают деревья». Это первый игровой фильм Марыси Никитюк. Наград он не получил, но публика восприняла его очень тепло. Наталья Шумакова, Лина Зеленская. Подробности телеканал «Интер».